Ayan, ito yung kabante na Big Bend. London. That nice tea. Март 2000. На 15-та година. Това е на фона на Бъкингамския дворец и на Биг Бенда. Ето ги моите приятели от Русия, Литва. Абасва там, рядъшка. Рядъшка. Не знаю, если открыто там, можно заходить. Все хорошо, Абас. Ну, красота. На самом деле, бомбы не были здесь. Все как бы хорошо. А в Германии улицы уже 6-12, может и 15 плотна, да? Там все было разрушено и построено снова. А вот здесь никто его не тронул. Они что шли все-таки? Не счастливцы, а так сделали, что не тронули. Противовоздушная стояла оборона, наверное, правильно. Ну, бомбить тоже летали они. Оказывается, что Хитлер, они заказали Хитлера. Оказывается, они подготовили Хитлера на эту войну. И все это потом, что он как бы пытался все что-то сделать, это была просто сказка. Он никогда не хотел вот света. И у него не были такие возможности, на самом деле, но он не хотел, потому что они его открыли и насочили, что уничтожают Россию, понимаешь? Ну, ведь Россия тоже и зерно, и нефть давали до последнего дня войны. На кого? На Россию окружали. Зерно, нефть окружали на Россию. Нет, Россия с немцами. Да. Но они были? Имели. Ну, конечно, ну, конечно. Они же Россию вместе с Германией начали Вторую мировую. Ну как? Говорят, что они же раз один час заранее он начал. Да, говорят. Пакт Риббентроп Молотов. Но документ есть же. По-моему, в помощи. Все было подготовлено заранее. Они подготовили вот эту войну совсем заранее. Ничего случайно не было. Ну, не знаю, там какие-то, да. Что-то там делалось. Пионеры были когда-то у нас. Ну, что-то там еще было. Ну, красота, а? Красиво. Не тронуто. Самой себе можешь сделать, да? И это всегда я делаю. iPhone забыл, блин. Это Nokia